Доброй ночи, дорогие друзья! С вами Изидыч, и сегодня мы поиграем на замечательной немецкой машине Messerschmitt 262 Pulkzersturer. Для меня это особенная машина. Да, есть свои сложности, плюсы, минусы, но самое главное, что есть у этого аппарата важная черта. Основное орудие – это 50-миллиметровый дрын. И прежде всего, именно из-за этого орудия и видится особая аура данной машины. Дело в том, что играя на Pulkzersturer появляются двоякие чувства. С одной стороны, можно подчеркнуть какую-то сложность при использовании машины, то, к чему привыкли многие немцефилы, которые превозмогают на некоторых рангах. Но с другой стороны, когда вы все-таки уничтожаете противника с помощью основного орудия, фраг особенно приятный, тем более, что он очень красиво разваливается при попадании такого калибра. Но еще важнее то, что именно на этой машине он достается с небольшим, но трудом. Это вам не на имбе летать, где действительно фраги сыпятся практически автоматически, где нет никаких сложностей, никакого азарта. На этой машине азарт имеется. И, кстати, кто хочет посмотреть полноценный обзор на эту машину, можете просто перейти по ссылочке на аннотацию. Ну а здесь, как вы видите, я не стесняюсь крутиться с противниками, которые используют поршневые самолеты, ну и подвешиваю их для своих союзников, или же переключаюсь и сбиваю их сам, в целом получается довольно эффективно. Кстати, в обзоре на этот самолет я сбил противника, по-моему, с 1700 метров, если я не ошибаюсь. Пушка очень точная, и это, конечно же, подкупает. Но бывают и неприятные моменты, о которых вы тоже сегодня узнаете. Итак, что вам нужно знать об этой машине? Ее боевой рейтинг 6,7, и это довольно приятный боевой рейтинг, который позволяет попадать к поршневой авиации. Но если говорить о реактивах с БРМ-70, то мы не догоняем МиГ-9, не догоняем Thunderjet 84, не догоняем и Attacker. Даже Attacker палубный мы не догоняем, поэтому, конечно же, нам приходится немного климбить и получать небольшое преимущество по высоте, чтобы потом разменивать его на скорость. А иначе противник просто уходит по низам, если мы не имеем преимущества по энергии. Но если все же мы сели на 6 и скорости у нас немного больше, начинается самое интересное. Настоящая охота и награда в виде фрага за небольшое, но тем не менее полезное климбилово, которое мы разменяли на скорость, и в итоге вот оно! Что-что? Серьезно? Ну ладно, ладно, тихо-тихо-тихо, чё расстраиваться, все нормально, у нас по-прежнему самая точная пушка в игре. Целимся, выстрел, вот оно, долгожданный фраг, награда за этот самый беспокойный фраг, который никак не хотел нам доставаться. Но дальше легче, поршневые самолеты, настоящий корм для нашего замечательного Pulkzersturera. Ну что ж, заходи, давай, сделаем тебе красиво, сделаем супер красивый фраг, внимание! Просто без комментариев. Ну хотя, может, я что-то не знаю про американские самолеты. Давайте попробуем против британцев. Все нормально, смотрите, развалился с одного попадания, с одного 50-миллиметрового плевка. А вот уже второй американец танкует наши снаряды. И это, конечно же, не к добру. Но это все мелочи при наслаждении Pulkzersturerом. Такое бывает нечасто. Ну так, раз там произошло, два. Давайте дальше нагибать, ведь у нас так хорошо получается. Видим Биркет. Американец, неужели не сработает, снова затанкует? Нет, ушел с одного попадания, но слава богу, хоть здесь не сработала американская магия. А то я уж подумал, какие-то санкции, но, как видите, все в порядке, продолжаем охоту. Еще один противник, Биркет. О, наш клиент пытается уйти вниз, делает разные движения, сбрасывает нас с шести. Не, не уйдет. Да вы издеваетесь! Ох, ладно, хватит о грустном. Я вам покажу дуэль против поршневого самолета. Маневренный бой. Вы думаете, это невозможно? На Pulkzersturer все возможно, даже если у вас не топовый экипаж и потеря управления. Даже когда вы тратите драгоценное время на развороты. И смотрите, какая особенность. У противника больше энергия, немножко больше скорости, но нас это не пугает. Здесь, к сожалению, промах. Немного не хватило скорости, чтобы вовремя выйти на нужный курс. Но не ожидая разворота противника, мы первые начинаем делать боевой разворот. При этом, сбрасывая тягу, пользуясь закрылками, мы
делаем разворот несколько раньше и... готово. Вот, и за это я тоже люблю Мессершмитт 262 Пульзерсторер. Он может такие вещи вытворять, а что уж говорить, я вам даже покажу. Ну что, разве не прелесть? Насколько же интересный аппарат. Но самое главное то, что у него нет таких проблем взлета с филда, как у коллег. У него неплохая динамика, несмотря на то, что он в принципе тот же Мессершмитт 262. И соответственно, главное просто, как я уже говорил, получить небольшое преимущество по высоте. Не лететь сразу на врага, потому что американцы, да и британцы все равно окажутся немножко выше. Поэтому не спешите получить по щам. Сначала разгонитесь, дождитесь, пока противник сделает первую ошибку. И начинаете просто крошить их на проходах, а при желании даже можете покрутиться. Благо Мига 9-го, атакеров и соответственно всяких там П-80 мы точно уничтожим и не оставим никаких шансов. Проблемы могут возникнуть разве что с Си-метеором, который по маневренным характеристикам может сделать нам а-та-та. Ну и с Як-15 тоже не стоит крутиться. Ну а что касается поршневой авиации, я думаю, вы прекрасно знаете, что делать, в частности против спитфайеров. Легкий классический бум-зум. Даже под такими неудобными углами можно попадать с 50-мм дрына Пульзерсторера. И хотелось бы кое-что сказать. Данное видео это не обзор, просто я хотел рассказать вам про один из своих любимых самолетов, на котором могу иногда полетать, просто отдохнуть от того, что происходит у нас в игре. А как вы знаете, сейчас активно рекламируется флот, который вот-вот появится в закрытом бета-тестировании, и на фоне всего этого забывается авиация, танки, и это неправильно. Поэтому я решил напомнить о том, что у нас есть много интересного. Например, вот как раз эта машина, которая может иногда поднять настроение, а иногда очень и очень разочаровать. Вот из-за таких попаданий, которые были сегодня в видео. Так что подписываемся на канал, ставим палец вверх и, соответственно, не забываем бесплатные орлы, ссылочка на мобильное приложение в описании под видео.